финский теннисист. Ну и Михаил Южный играет тоже в турнире в Женеве. Ну, а Кузнецов стремится попасть на турнир через квалификацию. Да, вышел в финал. Вот тут был аут, будет ли просить Дарья проверить. Ну, в начале матча, сразу. Наверное, сразу же не стоит, да? Портит отношения с судьей. Ну, потом все-таки авторитет. А вот ты заметила, что Маша не пошла в атаку. Она вот уже была где-то на полпути, но вернулась на заднюю линию. Она вообще, видимо, имеет такую идею не торопиться выиграть, да? Ждать более удобного момента. Ну вот это ее коронный удар. 30-0. Ну, конечно, победить вторую ракетку мира и в такую звезду, как Маша Шарапова, в течение 2 месяцев дважды очень тяжело. Ну, это в мире никому не удавалось, наверное. Ну, пока безупречно действует Шарапова. Видите, 3 мяча взяла. 40-0. Ну, так вот, если по предыдущим матчам, так, может быть, проанализировать их турнирах, да, можно сказать, что Маша, в общем-то, вступает в игру хорошо, как бы подготовившись. Вот почему-то у нее проблемы возникают, когда она ведет 40-0, 30-0. Вот начинает волноваться вдруг ни с того ни с сего. Все-таки, сколько она лет уже, с 2003 года она в профессиональном туре, это 12 лет. Но был небольшой перерыв, правда, связанный с травмой и операцией на плече. Но это тоже не было время спокойное. Ну, поэтому посмотрим. На нервную систему, в общем, нагрузка была большая. Ну что ж, идеально просто провела этот стартовый гейм, Маша. Пока еще ни одного мяча не выиграла Даша говорила. Да. Ну и в своем стиле она пытается все время, в общем-то, выигрывать мячи, не рассчитывая на ошибку соперниц. Ну, это удачно в этом плане сыграла этот гейм. Ну и подавала, главным образом, хорошо. Мы обратили внимание, что Маша накануне, даже вот выиграв так легко у Азаренко, она практически не попадала с первого мяча, ни одного мяча. Ну, были геймы, да, просто она, в общем-то, подряд даже несколько геймов, где без первой подачи ей пришлось играть. Ну что ж, Гаврилова на подаче. Это ее первый гейм. А сегодня как-то она спокойнее, правда? Ну, вчера она такая заведенная была. Ну, она играла почти так себе равная. Сегодня ей немножко, наверное, неловко. Все-таки авторитет-то должен давить. Как раз пасовывает красиво. Мощно играет, да, по самую заднюю линию. Пока еще ни одного мяча не проиграла Шарапова и ни одного мяча не взяла Гаврилова. Ну вот и первое очко, да, по 15. Да, хорошая была подача, подкрутка такая обратная была выполнена. Он, может быть, сегодня пожестче будет подавать, ну, а, Даша? Ну, в таком австралийском стиле, я бы сказала. Такой кик. Ну, это совсем, это детский удар. Непонятно вообще. Ну, понятно, что я хотела укоротить, но... Ну, очень робко пока себя чувствует Гаврилова. Ой, видишь. За шаг. Вчера ни одного за шага не было. Это еще такой удар ниже пояса, да? Да, молодец, Шарапова. Так начала прямо. Маша смеш не любит бить. Ну, прямо то, что называется, сносить соперницу с корта. Так, 40-15.
15-40, вернее, двойной брейкпоинт. Ух ты. А вот и лучший удар, да? Хороший удар, да. 30-40. 30-40. Жюли попала. Да. Маша показывает, что мяч не был. Просит проверить, во всяком случае. Ну, ты знаешь, он так... Мяч попал. Вот Маша... А, нет, нет, он Дарье показывает, что мяч не попал. Ну, Шарапов не стал его вызывать. А вчера же увея... был, а вчера же был, ну, такой понимаешь, случай. Был такой случай. Сейчас был. Она не должна так унизиться. А вот и Ишак. Все-таки на вторую подачу не нашла ответа. Ровно. Да, она сегодня отыграла. Получше подает. Обратил внимание? Да, да. Вот мне кажется, что, в общем-то, то, наверное, нет того беспокойства, которое было. Очень коротко играет. Да, выровнялась игра, вот уже стали ошибки. Да, не было же. Вот 6 розыгрышей, вообще ошибок не было. На Шарапу, а тут вот пошли неточные удары и больше. 3 мяча подряд взяла. Видно, что суетится слегка. Гаврилова волнуется. Такое волнение-то хорошее, но пока еще не вошла в естественное состояние. Только мы похвалили подачу, она как-то немножко ухудшилась. Ой, не получилось. Не хватило какого-то там миллиметра, наверное. Ну и выиграла Гаврилова все-таки тяжелейший гейм, проигрывая 15-40. Да, так как будто бы случайно взяла. Да. Ну это вот новое, что появилось в игре у Шарапова. Она, в общем-то, старается вот так разнообразить свои действия, укорачивать. Но на этот раз удар врученный не получился. Конечно, усталость, наверное, давит на состояние Даши Гавриловой, но зато ощущение эмоциональное от того, что она играет в полуфинале такого крупного турнира, столь долго пробивавшаяся вообще на такие соревнования подобного масштаба, Гаврилова должна испытывать прилив силы и энергии. Ну, как ну вот Гаврилова даже вышла вперед на один мяч пока. Ранний гол не получился, да, у Шараповой? Да, так с Машей особенно... Неуважительно, неуважительно. Не поиграешь. Но Маша в то же время, догнав достаточно легко этот мяч, не сумела его положить четко. Знаешь, вот когда вот такая непривычная ситуация игровая, да, она немножечко теряется, Маша. Она... Есть комбинации наигранные, которых она, да, она чувствует уверенность. А вот в таких моментах она не лучшим образом действует. 0-30, да. Да, вторая подача – это всегда волнение для Шараповой.
сказать. Ну, сейчас выбросила мяч. До этого как бы держала так, да, до дистанции как бы Машу. Но нашла все-таки возможность Шарапова для того, чтобы войти в корт и вот так выиграть свой первый мяч в этом гейме. По 30. Очень много болельщиков удари. Прям раздаются крики такие, поддерживающие молодую теннисистку. Ну, как-то это принято за слабую, да, болеть все-таки, да? Ну, потом люди, в общем-то, ждут какие-то новые имена. Все-таки это же интересно, это интрига. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это вся Шарапова. Вот это Шарапова, да. Удивляется, ведь и тренер, ну что, вроде бы укорочили, неплохой был, он не намертво укороченный был мяч, но выиграть обязана была бы, да, это очко. А вот Николь Прату так успокаивает, настраивает. Сердитая такая. Аут. Ровно. Ровно. Так, это внесла она. Там все, компьютер. Больше. Ну, это первая подача на вылет. Ну, приходится тяжело, да, в двух последних геймах. Сначала Дарья прошла испытание, вот сейчас Шарапова. Отыграл брейкпоинт. Больше. В общем, хорошо играет Шарапова. Да, ну, вот вытянула гейм. У нее бывают, да, конечно, вот такие срывы нелепые, да, но это обычное для нее состояние, а остальные удары весьма прикладисты. 2-1. Это, в общем, вполне закономерное начало. Ну, для Каврилова это важно, то есть, в общем-то, держать вот на этой дистанции, как бы, да, когда Маша все-таки играет за задней линией, то не такая опасная она. Но вот когда входит и продвигается вперед к хавкорту, и там уже действует, вот так становится гораздо опаснее все ее удары. Ну, мне кажется, что, в общем, в чем сейчас проблема Гавриловой, она пока только защищается. Она даже на контрударах не может создать свою игру. Какими-то, используя силу ударов Шараповой, вот за счет этой своего такого маха и за счет достаточно стремительного ускорения, она могла бы создавать какие-то проблемы. Пока она, ей это не удается. Один, по-моему, был удар неплохой, который она выиграла вчистую. Да, пока она только защищается и использует ошибки Шарапова.15-0. Вот Андрей Рублев получил wildcard на турнир в Женеву, да? Ну, конечно, трудно поверить, что он дойдет до финала.
Но, в принципе, он же должен уже где-то в середине недели начинать играть квалификационный турнир. Вот все время в защите находится Гаврилова. Очень уверенно пока ведет игру. И ведет игру Шарапова. Она, может быть, иногда ошибается, но она не дает даже возможности подумать Гавриловой, что там может быть хозяйка положения. Это усложняет, конечно, задачи молодой теннисистки, потому что психологически она все время в небольшом таком прессинге пребывает. Вот эти удары все-таки, они, да, они на вылет, но они так и ставят все-таки Шарапову в неприятное положение. Вот она дважды уже ошиблась в этом гейме. Да, ну, такой комбинационный момент, да. Скорее. Ну, потому что соревноваться в резкости, в жесткости игры, конечно, Гаврилове не стоит Шараповой. Это понятно. А вот там, вот, по-моему, перекали мелькнуло, и это мне уж кажется. Да, там Лея сидит в первом ряду, конечно, на своем месте. Такая легенда итальянского тенниса. Хотя, в общем-то, больших результатов у нее не было. Да, но очень большое имя. Вот она в центре сидит, по-моему, в парике даже. Но она к нам приезжала многократно. И, в общем, это известная теннисистка. Такая харизматичная теннисная фигура. Может быть, даже своего рода теннисная модель. Тогда это не принято было. Она такая в теннисе, ну да, но тогда не принято было, так сказать, определять как бы из спортсменок моделей. Но она была предвестница этого. Ух, молодец. Слёта сыграла, но, конечно, она себя чувствует так неуютно. Вот это, опять же, очень тонко и обработала хорошо Гаврилова. Очень тонко сейчас она разобралась мячами. Сначала она сыграла вроде бы подкрученно, а Маша вроде справилась с этим, потом такой обводящий удар. Да, очень важный мяч, в общем-то, потому что равный счет был. Подача, конечно, мягковата, но... Не все сразу, да? Да, нет, может быть, действительно, на то есть причины. Вот так, в общем, конечно, оставляет желать лучшего подачи. Ну вот, прошел удар справа, наконец-то, и Шараповой. Ровно. Ну, что борьбы не было только в одном гейме, самом первом, да? Да. Ну, когда еще Гаврилова, в общем, не адаптировалась к ситуации. Ошибок, да, все-таки у Шарапова. Вот, ну что ж, на второй-третий удар все равно почти всегда следует ошибка. Да, да, это было накануне. Мы обратили внимание, вот перекали, да, мы как раз о ней говорили. И уже где-то к 80. Она еще год назад приезжала к нам вместе с итальянской командой. Ну, тут могла, конечно, и поточнее сыграть. А Дарья, там была возможность. Ну, продолжается вот этот гейм. Ровно. Интересно, что ищет какие-то варианты для победы Шарапову сетки уже не первый раз. Что это, случайность или это задумано? Ну, ты знаешь, она с хавкорта оба раза вышла. То есть после, один раз после укороченного, сейчас после удара с хавкорта. То есть это непроизвольно, да? Да, вынужденно. Так, ну вот и брейкпоинт. Боролась. Сейчас Дарья протестует и показала, что мяч попал. Дарья, it's out, look. Я говорю, out. I can go down, but it's out. Я, говорит, могу пойти спуститься, но, говорит, я, говорит, уверена, что был out.
Вот этот самый мяч. И вот такой аут. Да, нахально себя чувствует. На кого сердится? На себя? Судьбу. Не повезло ей. Ну что, брейкпоинт. Брейкпоинт у Шараповой. Ой, как. Да. Ну, в общем-то, вот на брейкпоинтах и Даша сыграла не лучшим образом. Тоже не сумела мяч вывести в игру. Это спортсменка, что ли? Это, по-моему, как спортсменка, да. Знаменитая, да? Наверняка, только мы ее не знаем. Хорошо держит удар Гаврилова. Да, только что вот ты тут сказал. И надо было пойти. А как в атаку, так посмотрите, она какую ошибку допустила. Когда надо было уже выигрывать мяч. Ну, это я не пойму, папа или нет. Сейчас так немножко как-то получше выглядит, чем обычно. Может, это хорошей жизни. Тут два раза на брейкпоинтах не вела мяч в игру, да? И нельзя сказать, что подача была очень сложная. Да, да. И вообще удар слева все-таки у Маши более надежный. Ну да, тут вот. И оба раза с бэкхенда она принимала подачу. Вот. Ну, как она посмотрит, что творит с Машей. Переиграла вчистую просто. Она, в общем-то, и вот в этом гейме, это уже вторая такая комбинация, там просто она ошиблась, сама в пустой корт не попала. А тут уже эту комбинацию довела до логического завершения. Ну, кто-то может сказать, что нахально себя ведет, да? Но мне кажется, что вот это у нее такая непосредственная манера, которая ей соответствует. То есть, ты знаешь, вот вызывает симпатию. Да, вот, знаешь, ну, да. Все, нет, вот накануне вызывала, а сейчас так немножко смущает. Да, смущает нет, немножко. Мне кажется, что все в порядке. Ну, во всяком случае, любопытно да. Это. Любопытно. Ну, играла гейм, вот посмотрите, еще один гейм, то есть отстояла гейм на подаче, 2-2. Все геймс. И вот уже сжимает кулак. Сейчас понятно, что будет стремиться, может, выиграть. Она и сжимала, и уже, и поднимала руку вверх, и все делала. Нет, она уже в игре сейчас. Интересно. Такой темперамент какой-то, вот, который, от которого мы отвыкли. Вот мы видели только что такое раздражение, нерв в игре с Карлос Суарес Наварро. Мы наблюдали у Симоны Халеп. Но вот Гаврилова, она вроде бы даже потемпераментнее, да? Отлично. Ну, как мы с тобой определили, что она Гаврилова гораздо темпераментнее. Ну, это вот вторая подача, по-моему, на вылет Шараповой. 15-0. Пока еще Маша не должна волноваться. Пока еще все у нее идет хорошо. Ты знаешь, она всегда волнуется. По-моему. Мне кажется, что сейчас она должна вот чувствовать пока себя вполне спокойно. Такого нерва не должно быть.
все время с первого мяча подает. Да, сегодня лучше гораздо. Ну, как посмотри, как хорошо, да, ответила, да, по углам. Неправильно. Вот этот вот удар неправильно был, да, выполнен. Ну, а Маша вот наконец-то перехитрила, да? Угу. Очень неплохой был хавалей тут мимоходом. Да, вот там в середине, конечно, розыгрыш. Вот здесь она, конечно, она ошиблась. Она неправильно, да. Она сыграла не туда, куда надо. Ну, что ж делать. Век живи, век учись, да? С 2008 года формально в профессиональном туре Даши Гавриловой. Это, считайте, 7-й год. Но по большому счету был у нее один год, когда она допускалась время от времени в соревнования, как талантливый бывший юниор. Получала иногда вайлдкард или проходила квалификационные. А потом какой-то просто наступил просто провал жизненный. Травмы преследовали ее, и ничего не получалось, игра не шла. И вот только-только она делает, в общем, такие настоящие, ощутимые шаги в профессиональном туре. Вот уже сейчас, по-моему, готовится выйти. Что-то ей подсказать. Николь Прат. И даже стульчик, видишь, какую-то табуреточку подставили. Конечно, вот эта организационная работа австралийского тенниса свои плоды имеет. Да, постарайся все-таки первую подачу подавать и отойти от линии немножко подальше, потому что может еще быть у тебя футфол. Ты делаешь великолепную работу, она все равно ее нахваливает. Да, ты можешь. Get a little bit closer on the first serve, okay, and get good shape on it. Make her play on return, right? On a big point. You stand up and you take it, all right? And shape. You don't have to go for something too big, huh? Because you've got wheels, you can keep yourself in the point. Шейк, вот это болтай ее, да? Раскатывай, раскатывай ее. Вот я говорю, это можешь все ноги. Она большая очень. Ну да, и ногами она может хорошо работать. Okay, you're gonna give yourself every chance. But in the key moments, keep your intensity. Ну что ж, Шарапова из трех геймов на своей подаче, да, два выиграла под ноль, в одной были большие проблемы, ну, в виде брейкпоинта. Я вот эту мысль все-таки хочу закончить. Какое большое значение имеет, когда тобой занят, а? Когда кто-то, кроме тебя самого, пробивается вместе с тобой. Вот. И мне кажется, что вот это вот какое-то душевное спокойствие, которое обрела Даша Гаврилова при поддержке австралийского тенниса, оно ей позволило раскрыть очень многие свои ресурсы. Недовольна. У нее вообще тут бэкхенд очень неплохой. Но на этот раз, вот сегодня очень много ошибок, по-моему, с бэкхендом. Ноль пятнадцать. Вот то, что она... Ну, там задержалась, конечно. То, что требовала Николь, она просила ее растаскивать ее по корту, разбалтывать. Ну, и Маша там, мы видели, застряла в правом углу. Ну, конечно, это никому не приятно. Она же не Сорос Навара, которая способна так носиться, как сегодня носилась испанка. Не получается у нее растаскивать все по центру. По центру обе играют. Ну, как решила его сейчас обострить? Шарапова тут же ошибка, тоже пошла проверять. Тоже показывает. Не хочет спускаться. Ленивая. Нет, но если видно, это ее по линии, поэтому след очень четкий. 30-15. Да.
40-15, это как шарик мяча. Вы с любого второго мяча Шарапова прямо с приема сразу. Она и с первого также старается играть, не только со второго. Отправляет прямо в аут мяч. Ну, как-то все-таки поточнее-то надо быть. Несложный же был мяч. Сетка была. Ну, так сильно не может подать Даша, видимо. Но она очень неплохо пытается направлять мяч. Особенно первую подачу. Вот видите, как она ее меняет. Это что-то очень... Что-то непонятное вообще. И этот удар тоже. Два удара выполнила. Ну... Детский теннис не так давно ушел из ее жизни, да? И он время от времени напоминает. Знаешь, о себе. Уже дети так не играют, по-моему. Нет, ну, как раз вот бывают такие нелепые какие-то действия. Подача. Нет, подача ее беспокоит, это видно. Не случайно Николь ей говорила, ну, постарайся, говорит, первый мяч, насколько ты можешь, насколько у тебя этого возможно. Ну, сколько ошибок, да? Ну что ж, теперь уже в это время было Гавриловой кричать в адрес этой ошибки. Ну что, обрадовала, что выиграла гейм 3-3. Равный счет абсолютно пока. Ну вот эта непосредственность, с одной стороны, конечно, она так подкупает. Подкупает, безусловно, потому что мы уже отвыкли от таких вот естественных проявлений эмоций, да? Ну, а с другой стороны, наверное, все-таки раздражает Шарапова. А делает вид, что она это не обращает внимания. Но это не так. Ну, вот эти вещи тоже раздражают соперницу. Уже все время она подбрасывает тесто, да, Влюбе? Ну, и мы вот помним, что и Катя Макарова жаловалась после матча с Машей, что она, в общем, вот очень много таких нюансов каких-то позволяет себе, которые сбивают. Тянет тяжелые мячи. Она очень грамотно отвечает такими вот этими горками и выигрывает время, чтобы вернуться, опять занять позицию. Ну, правда, фашизм все-таки. Конечно, пулеметным обстрелом она находится. Не, ну столько сил было отдано сейчас. А в простой ситуации, конечно, в общем-то, не надо было ошибаться. Сегодня у нее не получается бэкэнд. Вообще-то у нее очень, очень неплохой бэкэнд вот этот. Он такой какой-то волнообразный. И она очень хорошо им направляет. Но ведь, ну, здесь, мне кажется, она со скоростью не справляется. Более спокойной игре он у нее проходит это хорошо. Волнообразный-то какой, Анна Владимировна? Ну, такой волнообразный. Вот, а разве это не волнообразный? Ну, ты смотри, что она творит с Машей. Маша это не любит. О, как она даже ненавидит. Вот такие розыгрыши. Да. По 15. Ну вот посмотрите, какие овации на трибунах. Вот это, да? Был тот самый волнообразный, да, бэкэнд, а затем последовал вот такой запил. Ну, ответила. Маша же тоже так же сыграла и переиграла, да, Дарью? Вот теперь же Дарья взяла верх. Сейчас будет нервотрепка на второй подаче. Безусловно, все-таки пока Шарапова проще выигрывала гейма на своей подаче, чем Гаврилова. А вот как будет сейчас? Вообще-то, на самом деле, это такой очень важный 7-й гейм. Теперь уже, видите, как они друг друга, да? Да, гоняют из угла в угол, да потом вот этими укороченными. Ну, потому что и Маше не удалось перебить, как бы, да? Поэтому вот она применила этот, тот же самый прием. Ну, хорошо, что и со Свеном они этот удар, видимо, освоили неплохо. Да, так еще через годика два, может быть, и СМЕШ начнет бить, да? Отличный удар был сейчас у Шарапова.
Ох ты, это повезло, конечно. 40-15. Ну, тут уж ничего нельзя было поделать, видите, как мяч скатился просто. Вот он. Камон, видите, закричала Маша. Хотя напряжения вроде бы и не было в этом гейме никакого. Здесь они квиты. 4-3. Ну, пока, в общем-то, вы знаете, так удивительно. Но ни одной двойной не было у Маши. Она-то рекордсменка и на этой неделе по этим двойным. Но пока четко выполняет вторую, причем два эйса у нее в активе. Ну вот я поэтому и говорю, что пока она в спокойном состоянии для себя, во всяком случае, она все правильно делает. Она ведет игру. У нее нет особых проблем во взаимоотношениях с Гаврилой, потому что все-таки защищается. И самая главная проблема, которую испытывает Шарапова, она не успевает иногда за темпом. Все-таки она очень крупная. И все-таки у нее не те скорости, которые сейчас могут предложить многие молодые. Ну, в частности, даже Халеп, да? В лучшей своей форме. А Гаврилова пока ей эту скорость предложить не может. Поэтому она чувствует себя в этой своей... хоть и ошибки делает, но чувствует себя комфортно. В лучшей своей форме такую скорость могла предложить Вика Азаренко. Поэтому Маша не успевала. Ну, Сирена может, конечно, это сделать. За счет мощи. А со всеми остальными на грунтовых кортах, мне кажется, она испытывает только проблемы, когда она не может найти свой теннис. То есть внутри себя проблемы. Ну что ж, время решающих геймов, да, настало? Да, сейчас очень важный гейм для и той, и другой, но для Гавриловой в первую очередь, потому что она хочет сохранить еще равновесие. То есть удержаться на плаву новыми мячами нападает, да? Да, новыми мячами. Ну, очень остро сыграла, молодец. Да, вот это вот как раз то, за счет чего она может создать проблемы Шараповой. Ты знаешь, сегодня вот, Маша, я уже обращал внимание на то, что у нее нет двойных, но у нее очень высокий процент попадания первого мяча. Мы помним, что было накануне, да, когда там 30% было всего. Ну, это все потому, что волнуется. Волновался она с Азаренко, и не любит она играть, прям скажем. Даже с не очень в хорошей форме находящейся. По 15. Сегодня у Маши 70 уже процентов, выше 70 даже. Попала. Отлично. Точно в линию, да. 15-30. Здорово сейчас. Да, сейчас уже вовсю. Убежала совсем, но все равно Маша туда сыграла. Но была уверена, что выиграет мяч. Итак, 15-40. Ну, все время защищается, да. И все короче и короче играет Гаврилова. Вновь удалось, видите, за счет подачи. У Маши очень много брака именно на приеме подачи. Вот. Много ошибок она допускает.
Мы накануне обратили внимание, что Даша умеет играть концовку геймов. Она выпускает соперницу, но табла, конечно, по гораздо ниже классом, а потом так не теряет голову и начинает планомерно добавлять. Вот она и сейчас, пока во всех своих геймах на своей подаче, она ей удавалась. Ой, посмотри, что происходит, а. Это на брейкпоинте опять. Она мяч два раза не вела, мяч опять в игру. То есть повторяется одна и та же картина. Да, что то же самое, что было в предыдущем гейме на подаче Гавриловой. То ли как раз вот слабая подача ей не подходит. Да, очень неудачно играет Шарапова здесь, да, когда вот дело доходит до решающего удара, да, до решающего момента, а тут она вот теряется почему-то абсолютно. Ну, в общем, вот этими вращениями разнообразными, сменой ритма, она способствует ошибкам Маши. Больше. Второй мяч. Вторая подача, да. Да, после такого неудачного гейма надо ждать неприятностей вообще-то, потому что ну так уж плохо сыграла. Три ошибки подряд, такие грубейшие. Причем из такой, в общем-то, ситуации простой. Смотри, у нее болит. Да, она опять держится за это место, да? Да, это вот косая мышца живота. Да, очень болезненная вещь. Но еще она чем неприятна, что такое, вот у меня, как у левши, было, все время было ощущение, что у меня аппендицит. Я еще боялась. Потом она долго очень заживает. Это. Она очень долго заживает. Там маленькое кровообращение. Да, мне Миронова заставила не играть месяц, не подавать совсем. Так, чтобы не вообще никак. Ну что, по 4, вот последний гейм этого сета. Ну, вот я говорил, что будут неприятности. Вот они вот и начались. Но дело в том, что вот когда начинается волнение, тогда приходят и двойные. А когда душевное спокойствие, там этих двойных и нет. Так, 0-15. Хорошая подача была. Ну, не туда сыграла. Ну, правда, Даша сыграла ей хорошо очень. На ракетку удобно. По 15. Ну, вот эта игра с лёта меня радует у Шараповой. Давно я ждала, когда же она заиграет таким образом. Отлично. Ну да, очень технично. Очень технично. 30-15. Когда говорят, что делает с мячом все, что хочет. Вот на этот раз ей удалось сделать с ним все, что удобно. Третий укороченный. Но счет пока еще не очень быстро растет в пользу Шарапова. Нет, это очень важный вот вторая мяч. Вторая подача, да. Очень важный мяч. Ну вот видите, опять пауза. Неудачный подброс мяча. Ну, справилась с волнением, ведь и вторая подача была довольно глубокая. Ну,
Хороший удар. Принес ей счет 40-15. Ну, удивительно. Умение владеть собой – важный момент, а? При том, что, конечно, она импульсивная и нервная, да? Вот это сочетание. Уйдет мяч, пожалуй. Да, покинул пределы корта, так что это первая двойная была. А потом сумела себя взять в руки и выиграла гейм. Вот многих теннисисток вот это раздражает, когда вот эти встают и кричат. Они вот, например, жаловалась очень Гафе, это самое, Макарова, на это. Мешали ей играть, вроде бы, в Австралии. Не только они. Она жаловалась на Машу, да, что она затягивает игру, что она при подаче очень долго, что она подброс меняет много раз. Но в женском теннисе, по-моему, вот эти 25 секунд не ввели. В мужском ввели, да? Нет, по-моему, тоже ввели. Ну, ни разу я не видела, чтобы за затягивание времени кому-то делали замечание. Шарапова должна, наверное, каждую секунду делать тогда. Потому что она между первой и второй подачей очень долго. Ну, вроде бы она подбрасывает мяч, да, она в игре. Ну, это вот, конечно, тоже вот удивительное свойство. Это не обращает внимания даже на двойные, когда она там целый комплекс этих двойных делает, да? Ну, и так, продолжает, наверное, бороться. Это так кажется, что не обращает. Она, ну, вот как умеет, она умеет она переступить. Переступить, играть. Ну, ты знаешь, даже вот, пожалуй, ну, я всегда с большим уважением в этом плане относился к Дементьевой Лене, которая вот это тоже не обращала внимания на эти она двойные. Она приучила себя, да. Да, она приучила себя. Воспринимать это как данность. Это какие-то тучи бегут и бегут. Да, вообще-то это непривычная температура. Обычно все-таки уже жарко бывает в это время, но в этом году такая комфортная для теннисистов очень щадящая температура. 8 часов вечера по, конечно, местному времени. Второй полуфинал, швейцарский, должен состояться. Федерер Вавринка. Ну, в общем, это не игра. Вот сейчас Шарапова, например, действовала не в своем стиле, отошла на 2 метра от задней линии. А последний мяч она что, не ждала? Я решила. Нет, она коротко поставила мяч, у нее как коротко ложился. Один раз, второй раз. Она уже туда побежала. Ну, потому что ей тяжело, ей надо угадывать. Она, в общем-то, не способна так, как Дарья, например, передвигаться, закрывать корт, поэтому он часто очень угадывает. Или нет? Или нет. Ну, сейчас она вообще, вот у нее на приеме, что такие очень большие проблемы. Знаете, ну, подача опять уже слабенькая была. Вот скорость 111 километров в час. Она в сетку вогнала мяч. Да, она шалуется уже так, поглядывает на своих, видимо, все-таки. Может быть, какое-то обезболивающее было. А сейчас оно по стенам проходит. А там не может быть обезболивающим. Надрыв такой у нее, видимо. Ну, посмотри, видишь, вот опять нет мяча в игре просто. 40-0. Не знаю, она успеет за одну неделю восстановить эту свою. Попросил, по-моему, врача. Да, да. Да, видно было, что она так уже посмотрела, показала, что у нее, в общем-то, проблемы. Но проблемы в этом гейме у Шараповой. С количеством ошибок. И почему-то она сейчас стала, в общем-то, играть очень далеко от задней линии. И, в общем-то, все вот эти... Острота действия абсолютно пропала.
Одни ошибки. Ну вот нам покажешь количество ошибок. Прошла Даша так довольно быстро свою подачу. Ну, да? Это помощь, конечно, была такая, что ни разу мяч не вела в игру вообще Шарапова. Немножко это ей, с одной стороны, мешает, конечно, отвлекает, а с другой стороны, как-то отвлекает от волнений. Опять же, возвращаясь к Кате Макаровой, я вспоминаю, как она важный матч выиграла, решающий, по сути дела, когда мы играли в Кубке Федерации со словацкой сборной. Она проигрывала уже вчистую Хантуковой и упала. Она говорит, как потом она рассказала, как удачно я упала. Я так долго думала, болит у меня что-то или не болит, что перестала волноваться и выиграла. Ну, Владимир, посмотри, что происходит. Опять да. Вот. О, и Петр Анжели наконец пришел к Перикале. Не гадал, не успевает вовремя. Она опять, наверное, на него шипела, да? Что ты опять опоздал? Никола Петр Анжели это вывеска, это Italian Open. Ну что, 0-15, опять двойная в первом же розыгрыше. Ну тут вот вторая подача. Аут. Аут. По 15. Третья 15. Хорошая подача. Да, это третий ис. Не понравилось так подъезд, Маша. Аут. 40-15. Ну что-то она совсем не может сейчас играть. Ну и та на приеме, в общем-то, мяч не вводит в игру, и в результате вот такие гейм очень быстрый, что один мяч не понравился Маше. Ну сейчас вот Дарья окажет помощь, будет пауза. Но обезболивающее сразу-то не даст эффект. Могут только если взбрызнуть на мышцу. Ну да, уже повторение того самого предыдущего гейма. Тоже абсолютно так же было бы двойная, а потом все мячи остальные были взяты. Маршита Шарапова и 6-5 она завершила игру в этом сете на своей подаче. Да, конечно, говорит, ну это вот врач. Медицинский тайм-аут. Я думаю, что тайм-аут-то зачем? Они же уже, наверное, все знают. Там вот такие спайки образуются, они еще дают дополнительную болезнь. Ну, ты знаешь, у нее там еще что-то наверняка, потому что помимо этого еще они вот ей оказывали там помощь какую-то. Вот сейчас вышел. Это даже не, в общем-то, физиотерапевт, а это врач. Ну, после беседы с врачом, настоящим врачом, всегда должно становиться лучше. Здесь что-то так по секрету, чтобы никто не слышал. И данные там давит, наверное, в каких-то местах, нет? Нижний, ну по секрету на ушко что-то говорит, нашептывает. Заговаривает. Да, они ушли. Да, это будет медицинский тайм-аут. Да, за пределами будут, корта. Да, не будут там что-то
с этим делать? Ну, а что остается? Шарапову надо ждать. Ну, наверное, она скоро уже встанет и попробует там подвигаться, чтобы не засидеться. Для Шараповой, в общем-то, очень важно выиграть этот турнир. Не только потому, что она дважды здесь побеждала, а главным образом потому, что вот ее преследовали, в общем, откровенные неудачи на протяжении всего американского этапа, да? Она не совсем удачно была в Индиан Уэллсе, совсем неудачно проиграв тоже Даше Гавриловой в первом раунде в Майами. Она до этого не сыграла неудачно в Мексике. Ну, там она заболела. Да и потом ее возвращение было очень тяжелым. Она вынуждена была, она ссылалась на какие-то травмы. Она вынуждена была отказаться в последний момент от участия в розыгрыше Кубка Федерации в составе российской команды, тем самым поставила очень серьезные проблемы перед нашей командой, потому что уже собрать никого. Нет, там проблемы были еще и в другом, что она, в общем-то, согласилась, а потом в последний момент отказалась. Вот об этом и речь. Вы знаете, да, так что, ну что, Шарапова выясняется, как долго ей ждать. Ну, напомню, что в парном разряде Мартина Хингис, видите, первая пара уже с Аней Мирзой одержали победу над Гарсией и Сработник 6-2-7-6, будут играть в финале против Барбас и Младенович. Вот такой финал состоится завтра в парном разряде. А я, говорит, могу тренера, говорит, вызвать. Ну что, да, воспользовалась моментом, сейчас воспользуется, и тренера просит Маша. Правда, сейчас вот не знаю, что он ей подскажет, просто настроит, наверное. Ну да, чтобы ей не одной сидеть, в принципе, скучно, ждать, потому что это довольно продолжительный этап. Она спросила, сколько времени будет перерыв, и сказали, что, по-моему, долго. Continue. Да, продолжай так же. Just you have to settle in a little bit on the timing, get a little bit more rotation on your returns, because you're not going to hit out straight. Немножко повнимательнее на приеме, да, то, что вот мы увидели. Все ошибки. A little bit more, same thing, same principle, same game plan. Yeah, you're controlling the court well. Not, don't look for the free points. Не отдавай так легко вот мячи, да, ну это то, что вот мы и наблюдали. Doing great in your service games. Not for right now, yeah? For right now, the ball is, you have to get under it a little bit. That's why you want, the ball is not coming to you, yeah? So you want to flatten out, you feel that there's nothing. Just get under it a little bit. The ball is coming out, great, yeah? You know that. Right now, it's fine. Keep working, get your rhythm, take your time, build the point, you know the game plan, yeah? Ну что, все, Шинюк сказал, подсказал. Ну, по-моему, Гаврилова появилась уже, да, судя по аплодисментам, или нет еще ее? Нет, это зрители просто вызываются на корт Гаврилова, но там ее уже продержат то количество времени, которое составляет медицинский тайм-аут. Она взяла один или два, еще неизвестно. Она может взять и два подряд медицинских вот, тайм-аут. Нет, это Маша выбежала. Маша вышла поподавать, по-моему. Нет? Или... Ну, ты знаешь, она этими мячами не может, она может только проимитировать. Не... Ну, это нам нет, это вот ведь как раз показывает нам, то, да. Что она... Вот это место как раз, болевые ощущения были. Вообще, так вот разогретый, такой перегретый, очень долго ждать тоже не очень полезно. Ты знаешь, и вообще это, ну, вот последний гейм, да, последний гейм с это, и тут вот такой перерыв, конечно, это не вовремя, безусловно. Да, тем более, что прохладно, вот что. Да. 19-18, наверное, уже сейчас градусов. Вот появилось. Появилось. Дарья, ну, ей подавать в этом последнем гейме первого сета. Time.
Ну, в общем, равная игра идет пока что. Каждый берет свою подачу. С усилиями или сверхусилиями, ну, факт налицо. Вот. Ну вот, видите, первый розыгрыш активно провела Шарапова, 0-15. Вообще так ответный удар-то был очень оригинальный. Ну, ты знаешь, уже другого ничего не оставалось, Гаврила, как именно так вот рисковать. А вдруг попаду, да? Ну, опять очень слабенькая подача, видите. 0-30. Это первая подача, 126 километров в час. Ну да, но она, мы знаем почему. В принципе, может и посильнее. Ой, вот. А вот это вот то, что вот у Шараповой непонятно, откуда вот эти удары. Это о чем ей говорил Гренфельд, который говорил, немножечко повнимательнее на приеме. Немножечко. Попала. А это идеальный по точности удар. И вот двойной сетбол у Шараповой. 15-14. Ну, ты говорила, что вроде бы Шарапова обязательно должна выиграть. То есть хотелось бы, чтобы она одержала победу для уверенности. Да, ну, согласно вот оставшимся игрокам, да, ну тут уже вот она не должна им проигрывать, в принципе. Да, да. Она должна выиграть этот турнир. Это совершенно очевидно. Вот это то, о чем я хотела сказать. Ну, мы просто переключились на какие-то другие вещи. Ну что ж, вообще хорошо, но тут Маша такие мячи, конечно, обработать не может. А так сетбол один отыграла. Говорила она, да. Она сейчас ухмыльнулась так. Молодец, что ж ты туда к сетке ходишь, если не можешь так сыграть. Один сет был отыгран. Ну, да, они замучили укороченными друг друга, но вот все-таки удалось. Удалось Шараповой выиграть сет, взять этот мяч, опять-таки, за счет укороченного удара, и 7-5. До тайбрека дело не дошло.